Во-первых, по сути, это обычный сотовый ритейл для оператора сотовой связи. Причем это тоже, в общем-то, не новинка, потому что с МТС и Теле2 в отдельных регионах, не на базе общенационального контракта, Почта России работает уже довольно продолжительное время. Мегафон – это первый оператор большой тройки, с которым Почта России заключила общенациональный контракт. Речь идет о том, что поэтапно во всех 42 тысячах объектах почтовой связи мы их рассматриваем как наши розничные мини-магазины, не только для сим-карты контрактов сотовых операторов, но, возможно, и для различных девайсов, для продажи каких-то определенного небольшого перечня недорогих сотовых телефонов, каких-то гаджетов, так сказать, наладонников. То есть все это розничная торговля Почты России, и это одно из наиболее бурно развивающихся деятельностей, которые приносят Почте России доход. Эта деятельность не регулируется никаким тарифным органом и позволяет нам получать доходы для того, чтобы субсидировать убыточные направления деятельности, которые регулируются государством. Не могу прокомментировать про конкретные переговоры вот с конкретными сетями, но в целом вот наш оборот по розничной торговле составляет более 500 миллионов долларов в год. И это только начало. Мы реально видим потенциал, что не менее 3 миллиардов долларов в год в течение 5 лет мы можем получить от развития программы розничной торговли. Потому что, обладая такой, по сути, самой большой в стране розничной сетью, да, она где-то выглядит достаточно непрезентабельно, но для этого мы реализуем программу модернизации наших почтовых отделений, их реконструкции, чтобы все наши мини-офисы почтовые выглядели достойно, да, нашей страны. И во всех этих мини-офисах мы намерены продавать все, что будет востребовано населением. В разных регионах по-разному. Где-то в сельском регионе зимой востребованы, так сказать, теплые вещи, там валенки и шапки. Везде востребована недорогая канцелярия. Везде почти, даже в крупных городах, востребованы различные, так сказать, DVD, там, носители, фильмы и так далее. Книги и газеты – это уж как минимум. Да? Поэтому вот это направление розничной торговли на нашей собственной сети – это одно из самых перспективных направлений для Почты России.